Всем привет, всем добрый день. Ой, у меня сегодня выходной, сегодня пятница. И то, понимаете, задержались, потому что мы же выбрали этот, обменяли корм. Вот тот, который мы с Дианой тупанули, мы его отправили назад. И нашли в другом месте, нам деньги вернули. И как только деньги вернули, мы нашли, Диана его нашла на другом сайте. Ну, только это же другое, это просто для кастрированных. А, ну да, это просто для кастрированных, потому что мы же купили Hills Risgirl. Вот, и, значит, тот корм мы купили за 450. А где-то на сайте Дианы, на каком-то там косметик Терреперы, за 312. Представьте, 100, больше 100 лир разница, все то же. Вот, поэтому сидели, ждали уже каргошника, потому что я боялась уйти. Потом, где его ловить? Вот это МНГ, ненавистная мною. И Диана говорит, если в Хатае у нас хотя бы офис был рядом, если они не принесли, то мы могли пойти в офис, ну, там буквально 10 минут, 15 минут ходьбы, и забрать. То здесь нет, к сожалению, я вообще не знаю, где. Может, это вообще в другом конце города. Ну... Хотя у них должно быть, город-то большой, у них должны быть вот эти вот отделения, ну, я так думаю. У нас же вот рядом есть Сурат и Юртычи. Да. Где у нас должен быть МНГ? Просто мы не знаем. Не знаю, просто не знаю. Но опять же, мужа сейчас придет из суток, пока поспит, выходные, в понедельник. Просите его, чтобы он туда ехал. Ну, короче, нет времени. Ну, давай, скрывай. Вот это, видимо, твои. Так, это мои. Это ж мне рекомендовали подписчики. Я хочу сказать, что я купила, глянь, как все что-то закрутили. Да. Вот такой вот биотин. Для волос. Я прямо сейчас выпью. И вот да. Такой вот, видите, для стерилизованных. Это у нас получается... так, что у нас получается? 2 килограмма. Я просто да, хочу показать. Килограмма. 310 лир, представляете, 2 килограмма. Ну, это вообще... Дадим сейчас кому-нибудь? Нет. Давай помог. Она всегда голодная. Она спит. Как где она? Нарисована. Где она спит? Диана, давай придем и дадим. Никто не умрет. Какого он размера увидеть? Ну, вскрывай, ладно. Ой, слушай, Диана, возьми, пожалуйста, ножницы, чтобы оно там нигде ничего не порвалось. Неправильно, потому что потом это очень неудобно будет. Очень тяжело, как-то оно хрепкое. Дочь, маму послушай. Маму не ножницы не возьми. О, блин, сейчас надо за ними. Боже, пальцы береги. Ну-ка, пахнет. Тоже, кстати, ой, он достаточно крупный. Такой, может, помог и не понравится. Ну, не такой уж он и крупный. Глянь, он другой. А где этот шефтали? О, ля, он смотри, уже сидит. Дай ему, вот ему дай чуток. Нет, Диан, давай, вот смотри. Вот мисочка помог здесь стоит. На. Все карманы. Ты я уже положила. На, дружок. Диан, возьми, это у меня сейчас... У меня же, видите, какие штаны. Сейчас наклонюсь, и все. Ну-ка, ты ешь? Запах такой интересный. На кролика, что ли, похоже? Да, запах какой-то другой. Слушай, хочу... Давай одна, которая торгует кормом, там опыт проводила. Да не надо много, ты что ты так... Много. Короче, она говорит, что вот так вот нужно бросить воду. Если потонуло, то есть частицы мяса. Если не потонуло, ну, тут там, нету. Типа, нет практически ничего. Бросаем. Давай. О, видите? Ну, основная... Все... Ну, какая разница? Hills основная масса... Утонула. Да, Hills полностью потому утонул. Она много и кидала, чтобы именно... Слушай, Диана, а ты скажи, сколько здесь... процентов же, вот, курицы. Типа, говорила же она, ну, что, вот типа... отлично. Хороший корм. Ну, если верить той женщине. Это с кроликом рэббит написано. А, с кроликом? Ну, да, я же тебе говорила. И получается, когда кроликом, они мало кладут. Кролика? Ну, вот написано, свежее мясо кролика 26%. Угу, угу. А что еще? Что остальное кролика? Курица. Надо мне некоторые переводить, сейчас точно не знаю. Ну, 26% кролика вряд ли, конечно. Может быть... Ну, ты съел, да, дружок мой? Ну, все, все. Все, теперь ты будешь такой есть корм. Да, умывается так. Запоминаю. Тут у тебя закончится. Все, теперь вот этот будешь кушать, да? Ну, все. Пробу снял. Если шефтали съел, то значит все отлично. Ну, нам еще нужно, чтобы помог ела очень капризная. Капризная до такой степени, что это... Ну, это не дай бог. Так нельзя. Кстати, я забираю этот мусор.
Бери вон у Шефтали тарелку, давай чуть-чуть помог и пошли. Все, времени нет. Нужно это. Уже и так. А, вот же полочка. Я не обратила ваше внимание. Ашкам ее собрал. Нормально, отлично. Извините, 100 лир. Выглядит шикарно. Деревянненькие вот эти палочки дерева. Понятно? Мы вышли здесь с Дианой на площади. Пойдем пройдемся туда. Диана, подожди, Диана. А, колокольчики в разные стороны разъехали. Да, да, подожди, дай-ка ты меня. Нет, давай другую сторону, дай мне себя. Ну, потому что они разные, а то она на другой поехал, не Эльдемовский. Ой, глянь, сколько здесь народа. Диан, кстати, вот мы сейчас здесь опять идем, давай обратим внимание на ветеринарку. Потому что когда ты не сосредоточенный, они обязательно встретятся. А когда мы тогда, когда Рюзгяра носили, искали, так вообще ничего не нашли. Просто, просто. Вот, сейчас пройдемся. Наша цель какая? Да никакой. А, я же уже говорила, что я там Диане кое-что пообещала. Потому что она мне оказала услугу. Вот, если получится у нее там выбрать то, что она хочет. Но это в торговый центр надо идти. Поэтому мы здесь покрутимся, покрутимся. И на банкомат. А там же улица, вот там, да? Улица банкоматы, банкоматов. Пойдем мы туда сходим. С той улицы практически заблудились. Ну, больше не заблудимся. Мы там уже сколько ходили. Из... Муж нас водил там. Нет, ты теперь дорогу запомнила? Не-а. Я ничего не... Я дороги... Серьезно, ты вообще плохо-плохо в дорогах вообще не ориентируюсь. Я иду как слепая. Я помню, когда-то, когда я приехала в Донецк. Ой, это было очень давным-давно. В 2003 году. И я снимала у бабушки комнату. Так вот, я ходила на трамвай на работу. И не могла запомнить, где моя квартира, блин. Я хожу-хожу. Я не знаю, сколько времени я постоянно бродила вокруг. И искала дом. Потом я уже, знаете, как стала. Иду-иду, оглянулась. Ага, сзади вот так вот. Иду-иду-иду. Сделала там 15-20 шагов. Снова оглянулась. И вот так вот пару раз сделала и как-то запомнила. Представляешь? У меня с дорогами на меня не надеяться. Надеяться нельзя. На улице очень жарко, я хочу вам сказать. И очень людно. Хотя сегодня пятница. Не суббота, не воскресенье. Много моего возраста народ видишь. Да, конечно, он одни деды. Да бабы. Моих много, посмотри, сколько идет. Ну и твоих много. А так много этих. Яшлы, яшлы. Очень много. Так что ладно, буду вам периодически показывать. Еще я хочу посмотреть, может быть, все-таки, сколько ж я вот все не покупаюсь, видите, да? Хожу вот в этих терликах, шлепанцах пляжных. Но мне нравится, на самом деле, мне просто нравится. И, ну, хотела бы какие-то хорошие босоножки купить. Думаю, жду же распродажи. Потому что по 1500 как-то мне, честно, жаба давит. Столько дырок все различных. На котов мне не жалко, да. Вот серьезно говорю. Вот на животных, на котов мне не жалко. А вот себе купить там за 1500 лир какие-то сандалики, ну, честно, жалко. Мы уже там походили с Дианкой, походили. Зашли в аптеку. Слушайте, вот таблетки для головы. Или от головы. Ну, короче, от боли. Стоили... Ну, еще в Алании мы покупали 47 лир. Сейчас 60. Я говорю, а что, подорожала уже? Она говорит, да. 60 лир таблетки. 20 штук. Ну, обычные, вот, Арвелес, кто знает. Ага. И пошли там в Бахараччи. Те, которые торгуют приправами всякими, травами там, то все. Диана, ну, давай присядем я чуть-чуть. Да, давай. А, тут рассказывали подписчица одна и порекомендовала этот. Какой плющ, плющ. Рюзгяру давать.
Ну, чтобы он это мочегонил. Вот. И как ни странно, представьте, мы там переводили, короче. Пришли с этими переводами. Есть. Не знаю, такой, не такой, но что-то нашли. Вот здесь так хорошо, да, ветерочек такой. Да, еще. Прям вообще класс. Вообще супер. Так бы сидеть, если бы еще так под спинку что-то. А там, кстати, этот чай бахчиси очень такой симпатичный. Но мы сейчас зайдем в торговый центр. Посмотрим, у кого какие желания. И я это тоже чаю хочу. Но покушать надо. Что-нибудь перегрызнем, а потом уже напьемся чая. Я, короче, рыбу хочу купить, но это нужно вот теперь отсюда снова вернуться на рыбный рынок. Хочу взять домой. Но если не будет поздно, то не будет. Мы же до 9 вечера не будем шататься, Диана. Ну, конечно. Ну, вот. Уже пять. Ну, может и будет. И, короче, это рыбы хочу взять. Хамси 50 лир килограмм. Это мы проходили, это все, что я успела узреть. Вот сейчас, придя в торговый центр, понимаю, хорошо гулять именно в нем. Здесь кондеры работают, так прохладно, так хорошо. Очень слабо они работают. Ну, слабо, но это лучше, чем на улице там идешь весь мокрый. А, Диана хочет сразу в дыре смотреть. Давай, едь, я за тобой следом. Вот. Охладимся здесь. Да, Дианка? Я говорю, охладимся здесь. Прям хорошо-таки. Я вам хочу сказать, здесь торговый центр просто забит людьми. Мы хотели... Ну, поскольку в прошлый раз мы в торгаше ели пидешку с картошкой и с фаршем, в этот раз решили этот самый дёне. Но он там далеко, и, соответственно, столиком нет. Ну, как бы стоишь, тоже есть не будем. Договорились бургер в Бургер Кинге. Там очередь, вообще просто. Полчаса больше придется стоять. Диан говорит, а вот смотри, видишь, вот тоже какой-то продает бургеры. Вот это такой значок. С какой-то шапкой. Я говорю, по-моему, это не шапка. Это что-то другое мне напоминает. Я говорю, ну давай там возьмем. Потому что делать? Вы смотрите. Людей. Ну, просто негде. Негде яблоко упасть. Вот, видите? Вот в этой шапке. Как оно здесь называется, я не знаю. Как-то вот так вот, видите? Не знаю, что это за это. Картошка. Красиво. Ну, это, видно, какой-то покажи. Да, бургер неплохой. Ну, прираскрой, что там у нас? Капуста, помидор, котлета, майонезик. Все, даже чай. Представляете, первый раз вижу, что дали липтон. Значит, будет нормальный. То обычно дают какой-то мочай. Вот, ну что? Ничего. Сейчас уже вот это вот, да, стоит 50. Сколько? 54 лиры. 55. 55 лир вот этот вот набор такой стоит. Господи, когда-то 3 копейки стоил. Диана недавно, сегодня открыла наше видео старое 2018 года, когда мы когда-то в Кайсери приезжали. Слушайте, там вот это дюнер шаурма, да? 5 лир. Мы так смотрели, так сегодня смеялись вообще. Смеялись. Ну, смех сквозь слезы. Знаете, я спешу засмеяться для того, чтобы не заплакать. Так вот и наш случай. Ну, ладно, что, будем пить вот чай вот из этого вот как-то шапочки. Мы уже пришкребли домой. Сейчас. И кто у нас тут? Кто? Резгяр. Резгяр. Ну, Резгяр, конечно. Резгяр знает. Ну-ка. И Шефтали. И Челешечка. И Минош. А Минош, видно, тут спал, лежал. Ой, все такие опять помятые. Челюшек прям стоит такая Соня. Да. Конечно, телековер надо попортить.
А, ну там же ж нету когтедёрки у тебя в спальне, Диан, поэтому... Шеф Талик, ты встречаешь нас? А мы пришли. Мы пришли. Вот какие, смотрите, купила себе все-таки эти, вот такие босоножки. В Коллинсе, в торговом центре, слушайте, были на распродаже, были 500, а сейчас 230. Ну, там, кстати, вот в Коллинсе куртки по 400 лир. Ну, да, вот такие, они не зимние. Может быть, и зимние. Я уж не знаю, какая тут зима, поэтому мне сейчас сложно что-либо говорить. Да, Миношек? Вот. В целом ничего. Я такие в поло мерила. Вот. Но они как-то были такое чувство, идешь, они как в воздухе висят. А эти ничего, нормально. Я их прям сразу обула, потому что эти мои уже прям истрепались, если честно. Но они отслужили честно и верно. Да, когда жили раньше втроем в Хатае, они, конечно, она тоже встречала, помог. А сейчас нет, да, Миношек? Скажи, Минош, я ее заменяю. Видите, как мы это? Вот так мы все и живем, гляньте. Не входят. Все четверо. Да. Так, пришли. Хотела купить рыбу, но потом, короче, передумала, если честно. Зашли. А, я бы не передумала. Что за запах? Как этот? Странно, запах какой-то был. Набрали это. Немножко взяли фруктов, но тяжело. Вот груша. Диана захотела 2 штуки. Потом... Тоже вот такие, кстати, вкусные, очень оливки. Тоже мне очень нравятся вот эти, и Диане нравятся. Да всем нам нравятся. Зеленые вот на гриле, вон, видите, обсмажены. 80 лир килограмм. Ну, как бы это недорого для оливок. Я помню, где в Мигросе, да, Диан, ты говорила? А где? Филе. 120 килограмм такие же. Это я тоже взяла килограмм доматесов, помидорчиков. Вот таких вот черики на завтрак. Ой, так аппетитно выглядят. Я прям сейчас этих помою и съем, видите. То есть 20 лир. Ну, это вот есть в центре города такой вот овощной магазинчик. Он называется Халк Пазары. И вот там вот... Ага, это армуд, груша. А это даже клубнику. Слушайте, я же ее профукала. Но она здесь не особо-таки суперская, но она по 30 лир. Но я посмотрела, гнилой вроде бы нет. Сейчас понамоем чуть-чуть. Отберем хорошенькую. Нам с Дианой мужу оставлю. Остальную почищу, помою и в морозильник. Понятно? Вот. Да и все. Ага, и вот же, я же говорила, да, взяли вот такой вот. Ну, мужчина сказал, это вот это хвощ. Ну, здесь только стручки хвоща. Вот. Также вот такой вот пластырь, да, я вчера говорила о том, что я его купила. Вот этот, который для спортсменов, вытягивает боль. Вот такого вот накладываешь. И он это, до 4 дней можно ходить. Но я хочу вам сказать, я 2 часа походила, я думала, у меня спина сгорит. У меня нету силы выносить. Я раньше никогда не обращала внимания, а они, кстати говоря, везде в продаже есть. Я никогда не видела.